Малышева повергла меня тут в такой шок. Как-то выходил из дома, уже собрался, все, стою с вещами, включил телевизор, и Малышева на весь экран, ей-богу, не привираю, говорит: «Дорогие друзья, мужские яички должны висеть правильно». Я как стоял, так у меня все и выпало. Это очень важно. Давайте я сейчас вам это покажу. Тут же сдула ее друга Германа Шаича. На конкретном примере. Не пугайтесь. Вот берем две картошки. Зло здоровые картошки две. Я опоздал в этот день на встречу, потому что я сел и не мог оторваться. Положил их в какой-то мешок. Вот такие картошки, вот такой мешок. Половина мужиков по всей стране почувствовали свою неполноценность. И стала показывать, как должны видеть. Ну это бред. Правильно висеть мужские яички. Как будто мы, мужики, с этим что-то можем поделать. Слушайте. Извините, но уж как повисло, так и повисло. И это же надо такое придумать. Я через неделю после этого встречаю ее случайно в коридоре Останкино. Она идет навстречу, представляете? И так она мозг вот запудрила мне этим. Я машинально, честно, машинально. Я иду и так, знаете, так немножко так. Это... Что делать? Надо же не ударить, так сказать, в грязь. Даже не лицом, а... Вот. И так вот. Она, главное, мимо идет и так, мол, все правильно.